Всем привет! С вами снова я, Елена, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я совместно с другим блогером, прекрасной девушкой Юлией, подготовили для вас целую кучу ПП-рецептов. Я покажу вам 4 рецепта, и Юлечка покажет вам 3 рецепта. То есть всего 7 рецептов, основным ингредиентом которых является рыба. Мы будем ее готовить, где-то использовать уже готовую рыбу. И, соответственно, все наши рецепты простые, из достаточно простых ингредиентов, которые можно найти в любом магазине. И готовится все очень просто, и что для нас немаловажно, все это полезно. После просмотра моего видео переходите обязательно к Юлечке, ссылочка будет в описании под видео. И смотрите, что же она для вас подготовила. Рецепты все очень интересные и оригинальные. Можно даже использовать их для, допустим, праздничного стола. Вот. Так что смотрите с удовольствием, пробуйте, делайте, готовьте, питайтесь правильно и обязательно переходите к Юлечке, подписывайтесь и смотрите, что же она для вас приготовила. Поехали! Итак, друзья, сегодня мы с вами на даче, но спартанские условия для нас не проблема. Мы с вами будем сегодня готовить просто обалденный, яркий, сочный и, что для нас самое главное, полезный салат с красной рыбкой. Что для салата нам с вами потребуется? Все очень просто, абсолютно. Собственно, нам потребуется красная рыбка. Кусочек, наверное, мы будем использовать половину. Готовить, кстати, мы будем с вами сегодня на одну порцию. Так, половинка болгарского перца, один помидорчик, половина красного лука, как видите, она маленькая. Так, половинка авокадо. Несколько листиков салата. Так, один огурец. И вообще нужна петрушка, но у меня ее нету, будем использовать укроп. И еще нам понадобятся какие-нибудь специи. Я буду использовать вот такие вот. Для заправки можно использовать соевый соус. У меня будет вот такой вот для суши. Мне очень нравится пряный соевый соус именно этой фирмы, но у меня вот сейчас для суши. Можно не использовать вообще никакой заправки, но посмотрим по ситуации. Давайте приступим, все довольно-таки просто. Итак, наша с вами задача нарезать все овощи. Как мы режем? Режем по настроению, как больше нравится. Листья салата можно положить целиком, сверху раскидать наши ингредиенты. Можно их порвать, чтобы они не потеряли сочность. Листья салата не режутся, а именно рвутся руками. Вот. Можно так вот накидать сверху наших маленьких листьев. Вот такая зеленая полянка у нас получается. И сейчас мы будем ее заполнять другими ингредиентами. Так, давайте вот сюда переставлю, чтобы вам было нагляднее, покрасивее. Итак, мы нарезаем. Начинаем с авокадо. Нарезаем его средним кубиком. Как? В общем-то, вам нравится. Это вот та серия авокадо, которые с плотной такой шкуркой. Мне они больше всего понравились. Они очень сладкие, имеют приятный вкус. И не похожи на обычный такой мыльный авокадо. Еще разрежу. Ну, вот такими средними кубиками. Да, он, видите, такой не слишком жирный. Потому что многие не любят авокадо именно из-за такой жирности.
затем у нас идет лук, такой тонкий, тонким полукольцами тонкими. Кстати, большинство авокадо нужно сбрызгивать лимоном, чтобы он не начал чернеть. Вот этот вот авокадо, он не чернеет. Он чернеет наоборот, если вы его каким-нибудь соусом поливаете. Так, видите, все достаточно быстро и просто. Вот такой получается яркий, разноцветный. Так. Теперь в ход идет помидор. И раскладываем также произвольно, как нам больше всего нравится. Затем огурец. Так бы он, конечно, добавил еще яркости и красоты своей темно-зеленой шкуркой. Так, все-таки лук ядреный. Перец нам необходимо порезать на полосочки, довольно-таки тонкие, поэтому вот эти все изогнутые части нужно удалить. И затем мы его нарезаем как можно тоньше. Также распределяем его сверху. Осталось совсем чуть-чуть. А сейчас как раз на данном этапе при желании можно сбрызнуть все это дело соевым соусом, буквально капелюшку. А много лить не стоит, потому что в такой вот влажной соусной среде салат сразу начнет терять свой внешний вид. И теперь нам нужно порезать рыбку. Я думаю, что может быть использовать половину. Половина вполне хватит. Нарезаем ее небольшими кусочками. Если есть косточки, обязательно вытаскиваем. И сейчас нам необходимо добавить цвета с помощью укропа и сдобрить специями. Палочки нам ни к чему, мы их можем использовать в другом месте, в другом блюде, не сегодня. Нам только листики. Укроп никогда не режьте мелко, потому что он теряет свою вообще какую-то значимость в блюде. Рассыпаем. Вот такая красота получается. Все довольно-таки быстро. И осталось только добавить немножко специй, чтобы наши овощи раскрыли свой вкус. Вот такие вот я использую. И вот такая красота получилась. Это полноценный обед на одного человека. Попробуйте, у вас тоже получится. Очень вкусный салат, аппетитно выглядит. И уже слюнки текут у меня скоро обед. Так что приятного аппетита. Готовьте вкусно, с удовольствием. И, что немаловажно,
полезно. Итак, друзья, сегодня мы снова на даче. У нас холодно, но это нам не помеха. Мы сегодня с вами будем готовить салат. Салат с тунцом. Все ингредиенты я уже подготовила. И давайте сразу перейдем к делу. Итак, вот такой набор продуктов. Основные ингредиенты и вспомогательные, и декоративные. Лук мы отставляем в сторону. Он является декоративным элементом, понадобится нам позже. Вместо него возьмем мисочку и будем сейчас смешивать. Нам основной ингредиент наш тунец. У меня вот такой вот. Он здесь куском. И нам нужно его размять. Перемещаем сюда. И измельчаем. Напомню, мы готовим с вами на одну порцию. Теперь мы отправляем сюда другие ингредиенты, которые я нарезала достаточно мелко. В принципе, можно нарезать как нравится, но для салата с заправкой, мне кажется, что лучше помельче. Также сюда у нас отправляется лук и яйца. И все тщательно перемешиваем. Сюда добавляем половину укропа. И опять перемешиваем. Как вы заметили, я ничего не солю. В данном случае тунец с солью. И мы будем использовать заправку, делать ее сами. Поэтому оставляем пока наш салат в сторону. Для заправки я буду использовать вот такой мягкий творог и, собственно, два зубчика чеснока, который мы сейчас натрем, и укроп. Сюда мы выкладываем наш творог. Все тщательно перемешиваем и заправляем наш салат. Можно, в принципе, не мешать, например, а разложить по нашим зеленым корзиночкам, а потом сверху добавить соус. А можно помешать? Давайте попробуем два разных варианта. Сейчас мне пришло в голову это. Возьмем такое блюдо. У меня есть вот такой салат небольшой. Ну, может быть, это и к лучшему. Можно вот так вот наполнить его. Сделать такие небольшие розочки, чашечки. Как бы порционные. Но он, видите, разваливается. Наверное, лучше все-таки его намазать весь. Ну, давайте попробуем часть, да. Тоже получается красиво. И вот так вот небольшой, некрасиво повалился. Небольшое количество соуса.
каждую чашечку. Но мне кажется, что лучше помазать всю массу, когда она не будет разваливаться. И опять же все перемешиваем. В принципе, это один прием пищи. Но вы можете разделить его на два, а может быть даже на три. Также этот салат, этим салатом можно делить гостей, потому что он полезный и довольно-таки простой и интересный. Вот такой он у нас получился. Мы можем не делать, да, с вами корзиночки, а просто разложить салат в виде такой подушки и на него уже выложить наш красивый салат. То количество, которое мы хотим. Может быть, он выглядит не презентабельно, но поверьте мне, он вкусный. Украсить это дело помидорками для цвета и сочности. И посыпать нашим зеленым лучком. Вот такая красота получилась. И делается довольно-таки легко и просто. Хотите порционный вариант, хотите общий. Приветствую вас, дорогие мои друзья. Сегодня мы с вами будем готовить целых два блюда. Извиняюсь за освещение, но вот нету у меня света. Но это не главное для нас. Мы сегодня с вами готовим два блюда, оба из рыбы. И каждая из них на одну порцию. Так что смотрите внимательно. Сейчас покажу ингредиенты, потому что мы будем их готовить одновременно. Пока готовится одно, мы будем готовить другое. Пока готовится другое, мы будем готовить наполнение, то есть салатики. И сейчас давайте начнем. Чем быстрее, тем лучше. Готовится все быстро, просто и достаточно простые ингредиенты, которые можно найти в любом магазине. Поехали. Итак, для одного блюда нам потребуется целая рыбка. У меня она уже подготовлена. Сейчас мы ее будем начинять. Пока мы будем этим заниматься, я подготовила вот такие вот кусочки. Это рыба в брикете. Я их нарезала на такие примерно одинаковые квадратики. И сейчас мы будем томить их без масла на воде со специями. Пока они будут томиться, мы будем заниматься другой рыбкой и салатиками. Вот в таком виде у нас будет томиться рыбка. Это вода. И, собственно, рыбка. Никакого масла мы не используем. Я еще буду использовать приправу к рыбе. Вы можете использовать любую вашу любимую приправу. Мне нравится специализированная под рыбу. Там есть комплекс необходимых составляющих. И я не солю. Вот так вот. Оставляем, накрываем крышечкой и оставляем до полной готовности. Теперь займемся этой рыбкой. Я ее промыла, подготовила, не солила. Мы ничего не солим. Так, нам потребуется кусочек лимона. Прям с кожурой. Мы положим его внутрь.
И также нам еще понадобится с вами розмарин. Вот такой вот. Буквально пара веточек. Итак, лимончик мы кладем в серединку. Но у меня прям такая нежная-нежная. Может быть, даже двух недостаточно. Видите, какая она. Возьмем пару веточек. Я розмарином крайне редко пользуюсь. Но, может быть, я его недооцениваю. Одну положим сверху, вторую внутрь. Солить будем, когда уже она приготовится. Вот так вот. Заворачиваем фольгой и ставим в духовку буквально на 20 минут. А пока это все готовится у нас, мы с вами займемся салатиками. Итак, для первого теплого салата нам понадобятся самые простые овощи, которые вы любите. Это могут быть помидоры, огурцы, болгарский перец. И скоро приготовится наша с вами рыбка, томленая в специях на пустой сковороде без масла. Украшать мы ее будем укропчиком. Смотрите, какой яркий, сочный, красивый получается у нас салат. Уже аппетитно, правда? Слюнки не потекли у вас? У меня уже да. Но это нельзя есть сегодня, поскольку я готовлю вечером, поэтому готовлю я с собой. Это мои обеды. Осталось только подготовить нам укропчик. И он будет украшением на рыбу, которая почти готова. Итак, один салат мы подготовили. Сейчас рыбка приготовится. И мы с вами ее оформим. Займемся наполнением второго салата. У меня есть вот такие проростки фасоли. Есть вот такой пророщенный горох. И есть кукуруза. Собственно, из этого мы и будем делать наш салат. Кукуруза свежая. Нам ее необходимо начать обдирать. Как это начать делать? Надо ее сок. В общем. Итак, друзья, у нас с вами готовы два полноценных обеда. Осталось только заложить нашу томленую рыбку вот сюда на салат.
Смотрите, какая красота. Готовится все очень легко и просто. И каждый день у вас новое блюдо. Небольшая тарелочка у меня. Вот такая красота у нас с вами получилась всего за полчаса. Запеченная рыбка с салатом, для которого заправкой будет служить соевый соус. А мне нравится пряный, он идеально подойдет. И вот такой вот теплый салат с рыбой. Готовьте легко, с удовольствием, вкусно и полезно.